Привет, друзьяшки, Лубашки, меня зовут Лавинья, и сегодня я играю в игру Play Together и в Play Together новый пас. Давайте я его открою, в общем, в Fluffy Sheep Ranch Season. Ну, так как весна, ребята, хороший урожай, ферма, все такое. И тут у нас про овечек, про ферму. Смотрите, кукурузная удочка. Дальше, вот такая вот шляпа овечки. Наверное, такая пушистая, прикольная випочка. Нормал боксик, я его открываю, 26 монет и вот такие вот ботинки, окейшки. Ну, теперь вот такая вот одежечка, какой костюмчик красивенький, пушистенький. Теперь копыта, нормал боксик, открываю, 17 монет и вот такое вот лицо, прикольненько, окей. А сейчас вот такой вот Range Pet Fins. Здесь можно поставить пэтиков, знаете, там такие овечки бегают, вот, прикольно было бы. Вот такая вот дверь, ребята, ну, не портал, но вот как-то так. Дальше теперь Chicken Cage. Здесь у нас будут курочки, прикольно. Премиум боксик, открываю, и тут 68 монет. Вот такая вот плита и вот такой вот красивый кубик, окей. И сейчас еще для пэтиков такая штука, только побольше, круто. Сейчас Range Toolbox. Здесь вот эти вот всякие предметы нужные. Теперь премиум боксик, открываю. И тут 62 монеты. Вот такой вот туалет, я так понимаю, или что это? И вот такая вот прическа. Слушайте, я первый раз такую прическу вижу, круто. Range With Me. Вот такая вот ветряная мельница. Знаете, как рыбка такая, оп-оп-оп. Дальше Fluffy Sheep Ranch Beer. Вот, что бы было, если бы была бы медведя-овечка. Так вот, ребята, посмотрите, что бы было. Ну, я прям вижу. Fluffy Sheep Ranch Beer. Пушистая овечка, медведь. Логика, прикольно. Теперь Luxurious Box. Открываю. И тут 167 монет. Вот такие вот цветочки. Кубик и шортики. Окей, в общем, вот такой вот. А сейчас я оденусь в новый костюмчик. Жить! Ребятушки, посмотрите, как я оделась. Теперь вот такая вот я в костюмчике. Мне очень нравится, такой пушистенький. Здесь вот такая вот ветряная мельница. Тут можно поставить пэтика, вот тут тоже. Здесь курятник с курочкой. И вот эти все нужные инструменты. А теперь вот такая вот рамка. И здесь можно написать. Подпишись, вот видишь, подпишись. И давайте пройдемся по всем медведям. Но это не все медведи, но те, которые у меня есть. Вот такой вот медвежонок ледяной, он меняет цвет. Этот с хлебушком такой, печет хлеб. Это мишка-робот, правда картонный. Это у нас вот такой вот, ребята, вот такой вот из прошлого. Дальше виноградик на Хэллоуин, на Новый год. Вот такая вот вся спокойная, эстетик герл с уточкой. Ладно, это если что, сейчас прикол, никому в обиду. Дальше, это обновление сейчас идет, ребята, вот, мы с ним похожи. Да, правда, я не понимаю, как такое может быть, а мишка и овечка вместе, ну ладно. А теперь это было на 14 февраля, ну, День Святого Валентина. Этот обожает вечеринки, а этот из средневековья. Вот такие вот все интересные мишечки. Ну, друзьяшки, лубашки, поставьте лайкусик, подпишитесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Всем поки-поки, уи!